Земля от света. Вот. А еще такой момент. Что я хочу от Академии? Я хочу от Академии, чтобы они взялись за дело. Когда-то. Дело в том, что вот эта фотография, у меня таких фотографий убийственных, сотни, тысячи. Это я с экрана нашего любимого, моего любимого гения Мичурина, которого те девчата закопали, выкопали из могилы, сказали, что вегетативная гибридизация – лженаука, то есть он лжец. Перед вами лжец. Они-то нет, а он лжец. И опять его закопали в крышку гроба, забили опять этими с проклятиями уже в мой адрес. Вот. Осмелился спорить с ними. И вот получается так. Это фильм там 50-х годов. Чуть ли не при его жизни снимался. Талантливый актер. Все повторилось в точности. Цитата из Мичурина. И вот на этой фотографии он пересаживается с деревья, взрослого, со старого сада в новый. И вы видите, я уверен, что так и было. Ведь вот, когда делался фильм, наверняка рецензентов было 5-10. Наверняка они все были в образе профессоров и академиков. Это же не шутка. Это фильм был про гения, про там же буквально этот фильм можно использовать как учебное пособие. И вот один из примеров. Посадили взрослую яблоню без обрезки. Я бы оставил бы вот тут немножко, тут, вот так бы, все к чертовой матери. Он бы выжил. А дальше закадровое слово этого, закадровое слово ведущего, закадровое. Больше часа погибло. Понимаете? Вот этого нельзя было, вот даже это, это страшно то, что и сейчас этого никто не знает. Что нельзя вот так, или уже не пересаживать, или уже, вот здесь надо было отрезать, но если считать почек, то 90% почек, если сосчитать по почкам, можно сосчитать по, взять, ну, измерить длину всех веток. Допустим, 100 метров, допустим, или 50. Значит, оставить 5, 90% отрезать. Вот так надо. Ран на кольцо не делать, тогда уж точно умрет. А так ему давался шанс. И когда вот этот фильм снимался, это все натурально. Смотрели профессора, академики, которые были этими консультантами. Никому голову не пришло. Не было такого, и сейчас нет. Вот это самое страшное. А я сейчас требую, чтобы современно, я гражданин России, я кавалер Ордена Славы, я это самое, ветеран труда, я требую, чтобы Академия искала таланты. Понимаете? Вот один пример не выдержал. Я учился в завкафедре святых металлов, Красавский институт святых металлов, тяжелых металлов, был профессор Бледнов. А я был на легких металлах, а хотел на риск. А там медь, там никель, тяжелый. Я перевелся. А профессор Бледнов был одним из учителей. Вот. А потом прошло много лет. Я приехал в Красноярск и думаю, зайду я в Альма-Матер. И зашел. И прямо взял, набрался наглости, захожу в его кабинет. Он меня узнал, не узнал. Я говорю, я ваш студент, я в 72-м году закончил. Я сейчас старший мастер, я там работаю. Он меня выжал как лимон, вот так вот. Это был настоящий профессор. Это был настоящий ученый. Он с меня выжал все, что я знаю. Прошло-то 10 лет. И мы, производственники, мы сами изобретатели мы. Я, как шутливое выражение, у меня справка есть, что я лучший. И вот он меня выжил как? Преподавание то, оно оставалось преподаванием. Мы ушли вперед, мы, производственники, мы это. Так же получилось и в Академии наук. Мы ушли вперед, любители, понимаете, какая аналогия? Ну, профессор Блино был настоящий профессор. Наверняка ему уже, наверняка его живых уже нет. Ну, наверняка. Вот. И такой, и такой человек,
И я подчеркиваю, что он настоящий ученый, он схватывал на лету, он записывал все, что я говорил про это самое, про гидрометаллургию. Там, где я был дока. Понимаете? Вот что интересно. А что у нас теперь? Я приехал, это я отвлекся, но это тоже по делу. Где-то в 90-м году я поехал в Армению на курсы по повышению. Там уже стреляли, там митинги, там это. А я любопытный. Все отказались ехать. А тут на халяву что не поехать-то? Я взял и поехал. Мне было интересно это, в Ачмиадзин попасть. Мне было интересно по улицам ходить, в сады заходить, в эти самые, в ереванские. Мне было все интересно. Но сама преподавали то, а прошло уже, как я закончил институт, уже прошло 20-25 лет, а они нам преподавали институтский курс вот этого КИСМа, слово в слово. То есть вся система работала это. И тогда я понял. Потом, когда я познакомился ближе с наукой, уже с садовой наукой, я наукой-то нельзя назвать, я понял, остались там, даже не Мичурина, еще раньше, потому что пусть Мичурин не знал про обрезку, он ученый, а это практика, он мог этого не знать. Но дело в том, что сама наука, а я вам показывал старые книги, помните? Центральный корень отрежь, штамп сделай, все это отрежь, осветли, ссылка еще на Тимирязева, на самого, Господи, он сказал, что это совы света не проходит. В общем, вот это все осталось на том уровне. Я утверждаю, садовая наука сгнила буквально. Сгнила. Вот эти, только мы вот такими приемами, более современными, пытаемся хоть что-то изменить. А сдвинуть надо сразу, сразу и резко. И сразу, и резко, моментально. 5 лет и в Тимирязевке, который уже, бульдозеры уже заправлены соляркой. Вот-вот. Сейчас чего боятся-то? Они вышли, сотрудники, вплоть до уборщиц и буфетчиц, это тимирязевки, вышли с плакатами, руки прочь от науки. Представьте, стоит буфетчица, рядом стоит уборщица. Вот. Рядом стоит повариха. И они держат плакаты, руки прочь от науки. Они потеряют эти свои жалкие места с нищенской, жалкую не премию, жалкую зарплату теряют. Все теряют. Куда потом идти работать? Руки просят ноги. Сейчас выборы пройдут, бульдозеры заправлены, все, и двинут бульдозеры. А там действительно, что там особенного? Если вам покажу эту Тимирязевку, вы поймете, что это не шутки. Что все, что я говорю, даже только маленькая часть той страшной правды. Сгнила наука.